Этот турнир мы проводим уже в 37-й раз. А вот данный турнир, он посвящен Петру Мироновичу Маширову, герою Советского Союза, герою социалистического труда, нашему государственному деятелю известному. И мы его проводим уже в третий раз. В турнире принимают участие 108 человек шахматистов из Республики Беларусь, нашей Витебской области, Жодзина, Минск и так далее, другие города. А что интересно, на этот раз принимает участие один игрок из Туркменистана. Ну вот россияне, великие Луки, Смоленск, Рудня. Поэтому он такой представительный, он пользуется популярностью. Он, как всегда, смешанный турнир. То есть в нем принимают участие известные мастера, кандидаты мастера, любители, женщины, дети, ну, представители сельских районов.